Итак, сегодня 29 июля 2022 года. Мы поехали отдыхать на Неленьку. Из самого Северодвинска идет дождь. Ручей Калинский проезжаем. А так тепло, хорошо. Привет, тетя Люся. Это спящий красавец. Андрей там дремлет. Койки сняли. Поедем, поеду. Дождик хороший поливает. Молния, гроза. Скорость снизили до 60 километров. 40, уже 40, да. Все, не видно дороги. Самые тут грехи носятся. Ой, блин. Андрей, так тебя не залило? Меня нет. Нету, сделано на бойне. Будем отдыхать. С чего начинается у нас приезд? Варим пельмени. 30-е. Первый час. Как вы четко попали? Приехали без 15-12, но вот за стол садимся 30-го числа, да. Организационные вопросы. Пока там все принесли с машины. Да. Все. Сами пока принеслись. Лешка, ты где? Не хочешь? Как? Шампанское по утрам пьют. Или аристократ, или дегенерат. Холодненько хорошо идет. Да. Ну, холодненько. Так, сегодня 30 июня 22 года, 10 часов утра. Александр решил покосить с утра. Мы стоим на пороге новой эры. Самогон. Разрешите доложить? Во время моего дежурства никаких комаров не обнаружено. Клиент дозревает, будь готов. Травы наросло достаточно. Конец июля, 30-е число, да, Иван-чай созрел, сейчас поедем. Мы, да. Наконец-то. Ну, да. Конечно. Нормально все, едем, блин, нормально. Едем по просторной дорожке же. Thank you.
Мишка! Отлично! Мишка, а в ней Серёдка. Серёдка? Пойдёшь, нет? Это чья? Лёхина? Это моя. Я её взял, но не знаю, зачем. Ты как хвост едешь, блядь. А, испугались, блядь. Спасибо большое. Все? Доехали, да. Попиваем коктейль с мескалином, пытаясь уйти от гнусной реальности. Наш везде помет. Черт. Вот она сама едет. Это понятно. Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет: напивайтесь, полезно. Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать. Как дашь? Очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в «Науке быть» или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале. За прошлый год. Да подшивку можно взять. Только пишут, беременным женщинам нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставам смазку дает 150 зубровки, 200 мицного, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, только капельку, чуть-чуть, так, для запаху. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритикам надо осторожнее быть. Им, ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет. Только этим себя и поднял. А вот академик один после инфаркта месяц лежал. Пластом лежал. Начали спиртом отпаивать. Через день встал. Бегает он. Случай-то описан был. На Кавказе был. В горах он лежал. Ну как лежал, как безнадежный. После 3 стаканов. Сам с горы сбежал, внизу его родные все знали, внуки там, ну, жена, ну, все-все-все. Шутка ли, покойником был? Ну, хорошо, кто-то догадался самогона влить. Бегает академик-то. Сейчас он кандидатскую защищает. Это же знать все, надо знать, что против чего. Ну, к примеру, брага, а она ведь хорошо почки прочищает. Сивуха дает печени прострел навсегда, насквозь. А на мозг, пожалуйста, хорошо действует древесная вата, но спиртовый. Правда, надо подогревать. Ведь когда все время о здоровье ты думаешь, ведь знаешь, что против чего. Вот смотрите, да. Сарделька, сосиска. Ругается. Редис. Ругается. Новохудоносный. Машет. Петух, гад. Матом. А я им говорю, спилите это дерево еще весной.
не спилили. Ну вот и все. Ориентира нет. Сейчас будем пытаться. Все довольны, все нормально. Мы на утро. Пока ничего нормального я не вижу. Она в угор стоит, видишь, тем более с поворотом, блин. У меня в запасе есть такое ругательство, которое наверняка подействует. Это потрясающе! Зачем? Все хорошо. Они только что... Яшка, ты нехороший. Только что, говорит, тут ты висел на грани, блин. 20 сантиметров, машина бы упала бы на крышу. Все. Да. И тем не менее она вот стоит. Повезло. Да, повезло. Все, видео снимается. Все, мы вырулили. Мы были в нескольких сантиметрах от купания. Раствор коварен. Никогда не перебарщивайте с ним. Курская вода. Курская храбрая вода, это она. Андрюха. Чего? Ну что, вы это морали, я все понимаю. Нахта тоже туда кидает, стаскивает. Да, а мы же привязаны к веревке-то были. Что набираем? Давай это, по рюмочке? Давай по рюмочке. По рюмочке. Я не пью. Правильно. Я вот тоже сейчас это допью и прошу. Ну ладно, все отлично, все замечательно получилось. Лопату на место положи. Набрали воды. Сейчас я ее отвезу домой. Ребята накачают лодки. Да, и наконец-то мы спустимся на воду. Вода теплая. Вода теплая, щука должна быть голодная. Гоу просто идет. И в воду. Ребята качают лодки. Сейчас пойду жучком. Месяц назад я вам говорил, что трава выше. Вот. И вон чай. И черемуха тоже немножко созрела. На машине-то ехать лучше, чем пешком идти по Любасу. Гоу просто идет.